Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 мая, займу прям буквально несколько минут. Вот сегодня пришел комментарий, зрительница пишет: утром захожу, вот у нее как там парничок, открываю парничок, и капли воды на томатах. Она ходит, стряхивает их, чтобы не было вот этих капелек воды. И я вспомнила, что у меня вот в тоннелях, у меня же тоже каждое утро я заглядываю, и всегда капли воды. Но я, естественно, их не стряхиваю, я не могу туда вообще добраться никак. Вот видите, если вам видно, вот там блестят. Вот здесь, в торце, где я открыта, уже она подсохла, а там не подсыхает. И, конечно, я ничего не делаю, но вот я и ответила, что я вообще ничего не делаю, она просто высыхает в течение дня, и все. Конечно, это, наверное, от перепада температуры. Я не думаю, что что-то страшное с ними случится, что вот эти капельки. Если ясная погода, солнце выйдет, мне кажется, они просыхают и все. Но я вот сейчас показала вам, и ей тоже отвечу, что у меня всегда утром капли воды вот на листьях томатов. И в теплице также. Но постепенно оно все высыхает. Все. До свидания. Я ничего, конечно, это никакой темы здесь нет. Вот просто спросил человек, я показала, что у меня тоже точно так же. Я не тревожусь по этому поводу, ничего не делаю.